Здравствуйте, друзья, с вами Декарт. И вот так вот меня встречает эта игра. Я сейчас нахрен оглохну просто от этой невероятной адовой какофонии. Саник, Саник, ты чё, дурак? Саник, зачем? Чё, нельзя было нормальную музыку какую-то подобрать? Это Саник the Hedgehog от компании Sega. Sega, такая замечательная компания, Sega. Ну что, никогда не слышали про Sega, что ли? Все знают, а вы не знаете, как вам не стыдно? Так вот, это Sonic XZ, вот эта вот игра. Я уже вот, поначалу, как бы, этой игры, понимаешь, это XZ. Это самый настоящий XZ, самый XZ-шный XZ из всех XZ, какие только могут быть XZ-шные XZ. Потому что у меня реально вот такого ужаса, как когда я включил эту игру, я не испытывал. У меня громкость была выкручена процентов... Тишина! Тишина, ребят! У меня громкость была выкручена на 10 или 15%. А эта игра, в ней громкость выкручена, наверное, на 250%. И я чуть нахрен не оглох. Я вот вам клянусь. Я когда ее включил, я вот так вот сдернул наушники, я чуть было проводки не оторвал. Короче, вот ты, Саник, гондон. Это весь вывод, который я могу из этого сказать. Ну ладно, давайте смотреть, чем же... Серьез, будет ужасен этот Sonic XZ, чем он будет страшен, хоррорен, возможно. Click to play, понеслась. Итак, select charter. Кто такой чартер? Мы в каком-то чате будем сидеть, что ли, чатиться вот с этими ублюдками? Tiles, Knuckles, Eggman. Ну, Eggman, Eggman в своем репертуаре сказал, я Eggman, я ничего не знаю, я был Eggman, есть Eggman и буду Eggman всегда. И потряс своим жирным пузом, все испугались, что он их задавит, и согласились. Короче, давайте Tiles. Hill акт первый. Первый акт гора. Вот он наш, Tiles. Музыка опять шикарная идет. Очередная шикарная шедевральная музыка от авторов Саника этого. Это вроде какой-то, я, кстати, даже немного почитал историю, это вроде какой-то мультик был нарисован, как рисовать Саника под вот такую музыку каким-то человеком, где-то кто-то в Пейнте рисовал, и с тех пор оно все пошло-пошло. Такой вот появился фанатский, мать твою, да что тут происходит, господи! Вы знаете, я еще вначале так смотрю, думаю, ну ладно, ну баночка какая-то, ну хрен с ним, ну баночка. Ну смотрю, как пачка чипсов, ну хрен с ним пачка чипсов, иллюминаты теперь крутятся, еще и иллюминаты, это уже... Тут уже, знаете, невозможно не среагировать. Ну что это за говно, а? Саник, в конце концов, Саник. Сейчас. Идеально, да? Идеально. Like this, like that, like this and up. Like that, like this, like that and up. I'm Snoop Doggy Dogg, man, motherfucker. Как-то так. Я не знаю. Вообще, этого чувака, его движение, конечно, шедевральное. Я думаю, я не смогу их повторить с филигранной точностью. С филигранной Снуп. Да что тут происходит, я не понимаю. Саник что, атакует меня силой каких-то напитков, чипсов и пляшущих негров? Я... Hi, do you wanna play with me? Такой интересный голос я дал Санику, да? Хочешь поиграть со мной? Не знаю, Саник, давай только без звука, если... Потому что музыка у тебя оттас... Не-не-не-не, в этот раз мы убежим, я верю. Смотрите, Тайлз, но он выглядит как... Кенийский бегун, хотел я сказать. Его что там, за яйца сводит? You are too slow. Хочешь повторить, сучка? Ты слишком медленный. Хочешь повторить, сучка? Какой же ты, Саник? Вот как тебе, Саник, несовестно так выражаться, скажи мне? Как тебе не стыдно? Вот вы выберите чартера. Knuckles. Смотри, Тайлз, я не понимаю. Ты же так выглядишь, ты посмотри на себя, ты реально выглядишь как бегун, я думал, что ты там разгонишься просто и дашь ко мне, я не знаю, просраться Усейну Болту какому-нибудь, а это что такое было? Только бухать умеем, только бухать вот умеем вот это говно, чтобы оно ни было. Итак, Knuckles, давай, вот как раз он как раз в виде... Блин, до меня только дошло! Вот он в виде буквы Т типа, а это в виде буквы К, наверное, поэтому, да? You can't run. Поэтому, наверное, они так замечательно выглядят. Он говорит, ты, говорит, не можешь убежать. Ну, сейчас мы... Господи, боже мой, я пересрал, я думал, ну опять Snoop Dogg, если, понимаете, если Snoop Dogg'а нет в кадре, то Саник, он просто не Саник, у него день не задался, если Snoop Dogg'а нет. Здрасте, чё-то как-то быстро. Нашел тебя, сучка. Окей, я по... А, куда? В какую сторону? Я ничего не могу, куда бежать-то? Куда? О, у меня, кстати, сместилось, ни хрена себе, а что так смещается? Давайте-ка вот так немножко мы ниже сделаем. Ну что мне, деда, на тебе, закликаю твою рожу! Опять сместилось. Короче, рамка бандикам постоянно чуть
смещается рамка игры. Итак, много дерпа, чтобы поиграть, и так мало времени. Какого дерпа? Что такое дерп? Что такое дерп, Саник? Я не понимаю, что происходит в этой игре? Помоги. Эгман, может, ты мне объяснишь? Жарабасик, ну давай. Пингас. Такой пингас. То нахрен такой пингас. Я слышал это слово уже в комментариях когда-то. Так, опять, ну, блин. Ладно, знаете что? Мне насрать. Пусть рамка игры смещается, рамка бандикама у меня смещаться не будет. Вот так оставлю и все. Будем сейчас вот играть вот именно с такой рамкой за нашего жирного пингаса. Ты пингас, да? Пингас это ты или кто? Я не понимаю. Эгман Пингас? Может быть, это его фамилия такая? Доктор Эгман Пингасович. Я понятия не имею. Короче, какие-то факелы злобные на заднем плане. Где Снуп Дог? Я понял, где Снуп Дог? Я не вижу Снуп Дога. Я не вижу иллюминатов и пачки чипсов и напитка. Это удивительно. Все, что я вижу, это какое-то яйцо в кармане у нашего гигантского яйцеголового яйцуна. Понимаете, вот такая вот концентрация яиц на квадратный сантиметр экрана просто зашкаливает. Так, хорошо. Ну, конечно. Слушайте. Ой. Снуп Дог, ты волшебник, ты умеешь танцевать еще и в воздухе. Ни хрена себе, какой ты молодец. Вот это да. Я как-то... Так, мы все спускаемся. Как мы вообще спускаемся, интересно, с таким-то нашим брюхом? Не знаю. Окей, короче, Доритосы вращающие... Нет! А можно назад? Вы знаете, прикол этой игры в том, что даже нельзя пойти назад. Вот эта скотина стоит просто своими глазами, лыбится на тебя. И ты вынужден подойти. Чё скажешь? Чё скажешь, Саник? Саник, не молчи. Hide and suck. Прячься и посасывай, да. Куда? А куда тут спрячешься? И как ты спрячешься, когда ты такой жербес? Как ты спрячешься? За факел за этот встанешь, что ли? Это не сработает. Пошел в жопу, я закликаю тебя до смерти. Да я не могу, слушайте. Уже второй раз не могу закликать его до смерти. В итоге он подходит сзади и... Вот такой вот звук. Игра окончена? Да! Господи! Вау. Подождите, дайте я... одну секунду. Давайте внимательно. Я бог. Ну, это да, это мы знаем. Все Соники Экзе боги, и Саники Экзе, конечно же, тоже боги. Я только удивляюсь, что слово... А, он написал даже неправильно. Он написал не гад, а good. Я хорош. А, Саник, ты чертовски хорош, но музыка у тебя говно, вот правда, я просто не знаю, как иначе это охарактеризовать. Так, во-первых, кто вот этот крендель? Вы знаете, я его когда-то уже где-то видел, но я не знаю, кто это такой, какой-то старый хрен, который говорит вау. Куча за... Ну-ка, я смогу это... Мам... Как это прочитать? Мам get the rect. Что-то рект, какой-то рект. Я пытаюсь, у меня не получится. Мам, get the camera. Написано, мама, достань камеру, по-моему, если я не ошибаюсь. Мама, достань камеру. О, рект, Доритос. Какой-то дью напиток вот этот сраный, который нам пихали всю дорогу. Снуп Дога, я узнал. Конечно же, Саня. Вот, я все и рассмотрел. Я рассмотрел все, что на экране находится. Что это все означает? Я не имею малейшего представления. О, там еще Уига-фига какой-то. Не знаю, что это значит. А, Улафига. Какого корл... Все. А, это музыка. Это какой-то кобзец. Я просто... Вот такой музыкой очень неплохо пытать людей. Если вы вдруг, знаете, планировали в ближайшее время кого-то пытать, вот вам идеальный инструмент. Это просто дичь. Еще погромче включайте, и у человека мозги просто-напросто из всех отверстий вытекают, как чуть не вытекли у меня в начале записи этой серии. Ну, то, о чем я рассказывал. В общем, так, вот такой вот он, Саник Экзе. Вот такая вот поганая наглая рожа, посмотрите только на него, вот это выражение лица, оно как бы говорит «Don't mess with me, biatch», или что-то в этом роде, наверное. Я думаю, что пока хватит с нас, пока хватит. Я знаю, это видео получится небольшим по размеру, можно было бы, конечно, в теории сыграть в еще какую-нибудь игру про Саника, но пока хватит, давайте, наверное... Такого давайте понемножку, помаленьку надо принимать такую дозу упоротости, а то можно, знаете, заболеть каким-нибудь заболеванием, там, упорохламиноз,
Боже. Что-то прозвучало, как какая-то венерическая хрень, честно говоря. Что-то я странное такое придумал. Но неважно. В общем, на этом все. Вот к чему я веду, да? На этом все. Если понравилось это видео, если вы такой же отбитый человек, как и я, то ставьте лайк, пишите комментарий, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, жмите поделиться, рассказывайте друзьям, вступайте в группу ВК, ссылка внизу в описании. И все на этом. Всем счастливо, всем удачи, всем пока.